Так, ну что, продолжаем играть в кладбище Гранд Прикс. Так, поехали. Поехали на тачечке своей. Мы должны успеть быстро проехать. Но если мы первую гонку успеваем проезжать, вторую гоночку тоже успеваем. А вот с третьей у нас проблемы. Проблемы очень сильные. Я не знаю, зачем вот они так сильно усложняют. Так вот, я уже здесь, на второй, мне уже сложно быстро успеть. Да ё-моё, давай. Они меня сейчас словили. Словили меня. 440 метров. Такс, а ну что у меня там в гараже? Давай детали посмотрим, другие уберем. Вот этот уберем, берем вот этот. Поехали. Может быть, сейчас будет чуть-чуть быстрее. О, это сработал. Ускоритель. Ну давай. Быстрее. Так, что у нас там? Сейчас доедем. Я чувствую, что сейчас мы успеем доехать. Да нет же! А почему? 500 метров. Давай другие детали меняем. Все, поехали на таких деталях. Может, на таких деталях быстрее будет. Сейчас проверим. Так, мне нужно топливо взять. Ну видишь? Когда я возьму топливо, у меня будет ускорение. Блин, а до топлива мне еще пехать и пехать. О, ускорение хорошее. С топливом. Просто это мало времени дается на ускорение. Ой, давай еще одно топливо. Я еще ускорюсь. О, ускорение какое мощное. Просто этот ускоритель дает много преимуществ. Прям очень много. Да, мы заехали в домик. Так, мы поехали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, как тяжело здесь заехать. Да ё-моё, комбариста видно. Хорошо, давайте меняем. Теперь менять нужно нам детали. Топливный бак убираем. Поставим сюда вот этот. Поехали. От прыжков, потому что здесь прыгать надо много. О! И больше прыжков. Ну, что-то ускоритель у меня. Наше время от времени работает. Давай. Опа, есть. Еще немножечко. Давай, пожалуйста. О! Так, а ну-ка, ё-моё. Все, они меня сейчас словят. 874 метра. Ну, уже побольше. Блин, можно еще и машинки же менять. Баги, например, ставить. Что-то я об этом не подумал. Но уже времени нету. Баги тоже быстрая тачка. Она здесь бы справилась, скорее всего. Ну ладно. На 91-м месте. Офигеть. Мне вообще мало сейчас баллов дадут. Посмотрим сейчас. 2 балла дали. Ё-моё, вообще мало. Ну что, играем 2-2. Выбираю я Феникса. И отправляемся. Так, кто у нас тут? 2 каких-то маленьких танка. Так, да, мы должны выиграть. Ребята, у нас Титан с нами. А я буду за Феникса играть. И, наверное, я встану где-нибудь вот здесь вот. Вот, отлично. И буду тут их жарить. Есть. Так, они убежали. Давай, иди сюда. Вот так я их, смотри, прожариваю. Ага. Так, быстренько подлечимся сейчас. И дальше жарим танки. Так, этот не мешает. Слушай, танк свой собственный. На, готов. Победа, ребята, победа.
И мы зарабатываем сундук. Давайте откроем, посмотрим, что же в сундучке. Так, ладно. Я думал, может быть, попадется какой-нибудь танк. Ну, ничего страшного. Давайте я беру Феникса. И мы играем. Так, Тесла против нас. И еще танк маленький с нами. Катюша с нами. Катюша, поехали. Так, запускаю сразу бомбочки. О-о-о, поспешил я. Поспешил я, ребята, запустить, конечно. Ёлки-палки. На, готов один. И следующий, давай, еще один ударчик. Ух ты, а моего уничтожили друга. Ну ничего, я отыгрался. Отыгрался, ребята. Первая звезда из трех. Отлично. Ну, давайте так дальше и будем продолжать бой. Ух ты, нифига себе. Смотри, там баллиста. Вау, у нас арахнит. Круто. Поехали, арахнит. Слушай, все, я запускаю ракетки. Опа. Так, кто там попался? Нет, не попались на мои ракетки. Так, они свои тут выпустили. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, сейчас мы вот здесь станем. Ух ты, он меня попадает. Так, а ну-ка я давай стреляю. А, давай, арахнит, я тебе помогу, поближе стану. Опа, кто подлечился? А, я думал, я подлечился. Нет, фига. На, получай, разбили мы. Победа? О, все, мы выиграли так быстро, нифига себе. Так, ребята, ну что, давайте продолжим. Значит, в прошлой серии мы нашли такое замечательное место, где мы решили посадить первую пшеницу нашу. Пока у меня нету, к сожалению, ведра. И поэтому я вынужден как бы садить уже именно в том месте, где есть водичка. Так, мне нужно еще побольше семян. Поэтому давайте раздобудем немножко семян из травы. Это очень хорошее, так как бы вот на первое время раздобыть можно много. Сколько у меня? 7? Ну, 7 мало, конечно, ладно. Вот, еще есть. Прям много, сколько? 8 семян. Так, надо аккуратно, чтобы это ничего не упало в воду. Это очень мало. Все-таки мне желательно вот здесь сделать место такое, чтобы я не наступал на свой огородик. И пойдем сейчас в пещеру искать железо. Я думаю, где-то здесь есть пещерка. О, уголь. Давай добудем немножко угля. Уголь мне пригодится. Буду делать факела. Да и вообще много чего можно сделать с углем. Так, пока что хватит. Немножко булыжника возьму. На всякий случай. Сделать инструменты. И надо нам идти в пещерку найти какую-нибудь. Так, давай я наверх поднимусь. Посмотрю, что там наверху есть интересного. А, наверху ничего интересного нету. Зато есть овцы. О, вот типа пещеры, смотри. Вау, да. Мы нашли типа пещеру какую-то. Сейчас наверх тоже там, она, видимо, большая. Вот, пещера какая, нифига себе. Так, ну и что-то я не вижу никакого железа. Блин, мне нужно железо. Что же делать? Ну давайте вниз там спустимся, там была пещерка. Добудем. Может, поищем, может, там есть где-нибудь этот самый. Ого, какая она глубокая, слушай. Так, главное не провалиться. Это и все, что ли? Так, пошли вниз. Тут что? Так, у меня факела, 4 факела и все. Так, скелеты, где-то здесь скелеты ходят, бродят. Слышу я звук скелетов. К сожалению, тут ничего нету. Так, тут тоже нету ничего. Ё-моё! О, нет, крипер идет. Ладно, взорвись нафиг.
Как он так взорвался и не убил вот этого скелета, а? На, получай, скелет вонючий. Все, скелет умер. Так, а ну-ка, что здесь? А, здесь уже, получается, дальше можно идти. Ой, ничего я не могу найти. Так, а ну-ка, палочки есть у меня? У меня нету палочек, мне срочно нужно палочки. Мне нужно срочно сделать, ребята, факела. Вот они, 48 факелов. Идем дальше, обследуем. Пещеру. Да что ты будешь делать, смотри. Нигде нету железа. Ё-моё. Только уголь. Мне пока уголь не нужен. Ну ладно, давай соберем. Потому что потратились мы хорошенечко на факелов. На факела, угля. Встретили крипера. Встретили скелета. Их уничтожили. И нашли только уголь. Больше ничего здесь нет. О, печально, печально. Как бы такая перспективная пещера была. Но, к сожалению, мы тут ничего не нашли интересного, кроме угля. А вот угля здесь много. Вот чего много, того много. Да,